Александра Тараненко – гипертоник со стажем. Давление измеряет каждый день, поэтому часто проверяет точность и самого тонометра. Сегодня за помощью обращается к специалистам Росстандарта. Они консультируют всех жителей бесплатно. Я постоянно делала, но за деньги делала. Впервые узнала вот с объявления по телевидению, что будет бесплатно. А вот Юрий Стрюченко об акции прочитал в газете «Комсомольская правда». Мужчина часто сдает сюда все электровакуумные приборы на поверку. Я должен сказать, что обслуживание здесь на высоком уровне. В очереди практически я находился 10 минут. Поверка заняла вообще одну минуту. Поэтому сервис на высоте. Я должен сказать, что я в самом деле доволен результатами этой поверки. Всероссийская акция «Будь уверен, будь здоров» в Крыму проходит второй год. Специалисты рассказывают жителям важность регулярной поверки бытовых тонометров артериального давления. Явка граждан составила порядка 100 человек. Это в 5 раз больше, чем было в прошлом году. То есть сработал эффект информированности по сравнению с прошлым годом очень хорошо. И мы будем работать до последнего сегодня клиента. Прибор предназначен для поверки тонометров всех типов, от механических до автоматических. Устройство выполняет ряд операций, позволяющих определить точность характеристик, заявленных в технической документации. И показывает в итоге, соответствует или не соответствует прибор тем заданным значениям верхнего и нижнего давления и частоты пульса. Сегодня метрологи Росстандарта не только проверили показания прибора, но и дали советы по устранению неисправности. Статистика прошлого года показала, что 10% тонометров оказались непригодны к применению. Основные причины – это негерметичность вот этих вот манжетов, также нагнетателя воздуха и соединительных трубок. Из-за того, что в некоторых местах они трескаются, воздух пропускает. В следующем году эту акцию планируют провести в Керчи и Евпатории. Севелия Меметова, Асан Ибрагимов, телеканал «Миллет».